Привет, друзья, подпишитесь, тут много интересного. Телефон больше не сядет, если сделать так. Что же нужно сделать? Заходим в настройки, ищем такой пункт, который называется местоположение, да, друзья. И у вас вот 100% будет тут включено это местоположение. Выключайте его, потому что оно очень сильно нагружает на телефон. Всегда телефон будет куда-то передавать местоположение. Доступ приложения геоданным. Смотрите, чтобы здесь ни одному приложению разрешение не было к местоположению, потому что всегда будет передавать ваше местоположение. Передача данных о местоположении, и тут нужно нажимать «Спрашивать». То есть каждый раз приложение должно спрашивать. И пункты геолокация. Пробежитесь геолокация в экстренных ситуациях, отключите. О землетрясениях выключите. Передача геоданных в Google тоже выключите. Здесь у нас точность геолокации тоже выключите, чтобы точность никто не знал. И поиск сетей Wi-Fi, а также поиск Bluetooth устройств тоже отключите. Я включаю только геолокацию, когда пользуюсь Google картами, либо каким-то приложением на секундочку передать свою геолокацию, потом выключаю. Вот совет, батарея не сядет, пользуйся.